цей момент про Google, де я зараз включив вже запис, де ідеї, культура висказування ідей культивується. Тобто, да, это даже не только было, я видела здесь некоторых других компаниях, и вообще мне очень понравилось, почему научилась в Кремниевой долине, это то, что люди учатся не бояться высказывать идеи, то есть они строят определенную культуру, определенную среду, где высказывать идею это не страшно, то есть, соответственно, люди, которые ее слышат, они понимают, что можно к этому критически отнестись, и это не оценка человека, это оценка какой-то конкретного процесса и технической идеи. И при этом это не должно отражаться на личности как такого человека. И если человек, например, высказывает 9 неправильных идей и одну правильную, это абсолютно нормально, потому что если не высказывать ни одной, то это единственной правильной идеи тоже не будет. И очень-очень важно научиться, это двухсторонняя, так сказать, задача. То есть человек, который высказывает, нужно быть в среде, где-то не страшно ошибиться, не страшно что-то не так сказать. И люди, которые слушают, они тоже должны понимать, что это один из способов достижения чего-то. Соответственно, нужно как бы принять, нужно выслушать, нужно даже иногда критически относиться к своей точке зрения и понимать, дать шанс и посмотреть, попробовать с двух сторон, если правильно или неправильно. И при этом, так сказать, дать шанс, ну и критически тоже посмотреть. И дальше протестировать, если есть какие-то шансы. Супер. Супер, я розпощу, скажу, ранковий інсайт від Наташ і Гугла.